Одноразовые выплаты? Да. Хорошо, а какие тогда, позволю тебе вопрос, у вас, ну, принципы расчета этой денежной компенсации, могли бы коротко сказать? Есть предприятие, которое производит продукцию, оно прибыльно. Валерий Анатольевич, а можно мне слово? Да, Валерий Анатольевич. Его тоже будет давать прибыль. Валерий Анатольевич, не, я протестую. Вы сначала с буковкой Ё разберитесь в отчестве. В отчестве отца наследодателя. Вот когда вы разберетесь с буковкой Ё и докажете родство, тогда и приходите. А вы уже начали делить наше предприятие. А то, что касается Анастасии, то я считаю, что вообще ее надо отстранить как незаконную, как недостойную наследницу. Она лечилась от алкоголизма. Она от наркомании лечилась. Ну, а это противоречит последней воле наследодателя. Извините, пожалуйста. Я вам благодарен за то, что вы сейчас нам дали очень важную информацию, но позвольте, все-таки мы закончим с Анастасией, обязательно придем к вам, у вас будет тоже определенное время, вы выскажетесь то, как вы видите ситуацию. Хорошо. Это мы уже продолжим наш разговор. Анастасия, правильно ли я понял, что вы готовы еще рассмотреть какие-то варианты компенсации? Да. Да? То есть с того, что я узнал, вы по завещанию единственная наследница. Да. И вы готовы признать, что есть человек, который может претендовать на одну восьмую? Да. Что-то еще вы хотели бы добавить? Пока нет. Рома, расскажите, пожалуйста, Я считаю, что происходит форменное безобразие, и надо просто выгнать из этой комнаты Валерия Анатольевича до тех пор, пока он не разберется с отчеством своей доверительницы. То, что касается моей доли, то я хочу напомнить, Олеся вовремя подала заявление о вступлении в права наследника и отказалась в мою пользу. Я тоже вовремя подал. Еще шестимесячный срок не истек. И вот нотариус Марина Юрьевна, я думаю, подтвердит, что у меня есть право на половину доли в этом наследстве. Вот как хочет Анастасия, пусть и разбирается. А если она не готова уступить половину этой доли, то мы в судебном порядке ее признаем недостойной наследницей, оспорим завещание. У меня пока все. Вы также, вы и ваша сестра Олеся, да, вы одновременно подали заявление, и Олеся отказалась в вашу пользу. Да, да. Я считаю, что все должно быть по закону, а завещание тут вообще не надо принимать во внимание. Вы говорите о том, что вы являетесь наследником по закону? Да. Ага.